Так. Это про нашу команду говорят, да, что поем лучше всех? Чушь! Выходи ты, выходи. Я? Да, да, выходи, ну спой что-нибудь, спой. Хватит, хватит, спасибо. Это песня называется. Ну давай, ты тоже спой. Тилавадила, тилавадила. Стоп, 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 стоп. Не надо! Не надо? Ну, попробуй и ты тоже, давай. Представьте, какой ужас, когда они поют все вместе. Извините, ребята. Пошла музыка. Down 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 down. В Грузии музыка достигла таких высот, что на телевидении начали снимать новый грузинский вариант передачи «Угадай мелодию». Добрый вечер, дамы и господа. Грузинская телекомпания представляет передачу «Угадай мелодию» Геноцвале, а то я обижусь. Я ведущий передачи Ванол Диспелчишвили. А в гостях у нас популярная грузинская группа «Вах Студио». Итак, мы начинаем наше шоу! Это музыка из передачи «Угадай мелодию». Правильно, вы угадали, выбирайте категорию. А категория у нас следующая. Осулико, латышские народные песни Осулико, Сулико в Динтере и Сулики 60-х. А что итак, вы какую категорию вы выберете? Что вы порекомендуете на первое? Осулико. Отлично. Дамы и господа, встречайте, мои друзья, группа Boyz II Men. Моя Сулико? А, Сулико. Я вас поздравляю, вы угадали. И прежде чем мы перейдем на следующий тур, я хочу объявить одну очень хорошую информацию. Дамы и господа, перед вами художественный руководитель Грузии Эдуард Шеварднадзе. Здравствуйте. Я очень рад, что нахожусь здесь. Я хочу поблагодарить Александра Васильевича, что пригласил меня на этот прекрасный фестиваль, но фестиваль Таласия Шикирин. Вот. Я хочу также поблагодарить моего постоянного спонсора, акционерное общество «Грузинский мармелад» и желатиновые изделия. Заказанную финансовую и моральную помощь. Кстати, они обеспечили мой приезд в Юрмалу. И постарались очень, и обеспечили мой отъезд пораньше. Я не очень быстро говорю. И в 10 часов у меня поезд.
Ладно, я вас не заметил, извините, пожалуйста. Но у меня есть еще время, можно посидеть, поговорить. И вообще, должны мы быть все вместе, как старые добрые времена. Давай быть вместе, как в СССР. Ошибок прошлых мы уже не повторим. Понятно, ладно. А если в НАТО? Продлится день счастливый. Но не для нас, любимый, время настало, нам пора уже домой. Пусть говорят, что мы расстанемся с тобой. Хватит о грустном и на память мне, мадам, зайдите что-нибудь. Напоследок хочется сказать, дорогие друзья, как вы думаете, зачем грузины приехали в Юрмалу? Выступать на фестивале или петь всеми вами любимую песню «Сулико»? Нет. Дела у нас тут. Go.